Ребятки, всем привет! Dungeon Warfare у нас. Кулачный бой. Просто одержать победу на карте. Ну, погнали. Руны. Так, ну что ж. Пока не будем брать, если что, потом... Да пройдем, потому что все что угодно может быть. Да. Ёкарный бабай. Этот в тот. Этот в этот. Ё-моё. А вот этот... Вот этот в тот. Ёпарасоты. Не, ну это капец. Этот с первой волны, этот с пятой и этот дальше. Этот идет вниз. Этот второй вот в этот, да? Блин, ну это офигеть. Так, хорошо, но если мы здесь поставим пробку. И здесь пробку. Этот пойдет сюда. Блин, это капец просто. Ну этот в этот. Этот в этот пойдет. Так, ну стоп, ну а если здесь сделать вход, куда он пойдет? А, этот пойдет вот так, ну хорошо. Что-то общее уже есть. Этот сюда, этот сюда. Все они, в принципе, пойдут по этой дорожке. Хорошо, если я вот так сделаю. Этот вот так пойдет, этот вот так, и этот вот так. Все по одной дорожке. А если вот эта каталка уедет... Все равно все пойдут по этой дорожке. И это очень хорошо. Потому что здесь мы поставим толкатели. И здесь мы поставим наши катапульты. Но так как... Этот с пятой пойдет, этот с первой пойдет. Поэтому здесь надо слизняка поставить, наверное. Стоп. А, если эта штука вернется, там нет входа. Скорее всего. Нет, все равно пойдет здесь, все правильно. Так, ну что ж, давай их мочить тогда. Так. Пока так. Погнали. Куда они пробежали-то? Так, отлично.
А, этот сюда пойдет, ё-моё. Так, а сейчас он куда побежит? Сюда все равно. Так, нужна срочно катапульта. Да, катапульта. И слизь. Пока все окей, в принципе. Так, вот это продать. Чуть-чуть не хватало. Новенькую поставить. Так, ну что, парочку давай вызовем. Ё-моё, вы чё прикалываетесь? Куда они пошли? Опа. Так я не понял. Там ящик, что ли, какой-то убили или что? Что происходит?
Эти так идут. Эти идут. Так, это все ништяк. Эти идут так. В чем проблема? Все правильно идут. А, вот оно что. Понятно. Вот здесь надо ставить ящик. В принципе, вот эту можно продать и вот сюда забубенить, чтобы уж наверняка. Ой, они три ломаются сразу, да? Так, стоп. Давай еще по... О, черные пошли. Угу. Не, там пофигу, значит. Как это он туда попал? Вот эти двое как туда попали? Что-то я не понял. Так, это что за подстава? Крестьяне как-то прошли.
чудеса какие-то. Так, что за подстава? Да ё-моё, крестьянин. Наконец-то. Ну такая стридненькая карта непонятная. Темное подземелье у нас там дальше. Одержите победу, вызовите все... Офигеть. Ну, погнали. В следующий раз на этом закончим.